Медали и грамоты получили сотрудники краевого МВД. Глава региона еще раз поблагодарил каждого за личный вклад в безопасность зимних игр в Сочи. И отметил, самое главное, что полицейским удалось создать для спортсменов и гостей атмосферу теплоты и доброжелательности, а меры безопасности ненавязчивыми. Наша кубанская полиция, ну и вообще полиция, которая работала с разных, я знаю, ваши коллеги, территории, понятно, такой проект невозможно было реализовать за счет одного края, работали безупречно. Вы удивили не только всех нас, вы удивили весь мир. Это заслуга, прежде всего, и ОД края, и ОД Сочи, и все те, кто работал с районом, привлеченные полицейские. Вы молодцы, большие молодцы, и отлично справились со своей работой. Высшую награду Краснодарского края, медаль «Герой труда Кубани» Александр Ткачев вручил главному полицейскому региона Владимиру Веневскому. Под его руководством еще до начала Олимпиады на территории Сочи правоохранители провели несколько спецопераций. Совместно с казачьими дружинами было раскрыто более 8500 преступлений, изъято больше 1000 единиц огнестрельного оружия. С территории Сочи выдворили почти 5000 нелегальных мигрантов, раскрыли 1000 преступлений. Я хотел бы от всего гарнизона, кубанской полиции сказать огромное слово благодарности, прежде всего губернатору Краснодарского края, его команде за тот вклад в развитие охраны общественного порядка. Это те программы, которые были приняты и которые работают у нас на Кубани, за материально-техническую базу, которая сегодня пополнилась новыми машинами и квартирами участковых уполномоченных, и за то внимание, которое вы сегодня уделяете полиции. Безусловно, что тот опыт работы на олимпийской площадке нам очень здорово пригодится, потому что мы его обязательно распространим на все наши уголки нашей Кубани. Зимние игры в Сочи стали для многих полицейских экзаменом, который неуспешно выдержали и получили заслуженные награды. Александр Ткачев вручил также медали за выдающийся вклад в развитие Кубани и почетные грамоты администрации Краснодарского края. Задача сложная, долго к ней шли, но оценку дал президент, дал оценку губернатор. Поэтому, конечно, достаточно хорошо и радостно. Радостно за то, что личный состав не подвел, все это сделал. Очень приятно, что такую высокую оценку мы получили все полицейские Кубани, полицейские России от губернатора Краснодарского края за свою работу. Работа действительно была проделана огромная. Не только полиции, все трудились над этим большим мегапроектом Олимпиады 2014 года. Я считаю, что грамотой награжден не я, грамотой награждено все мое подразделение и весь свой отряд, который был направлен. Это большая заслуга каждого сотрудника. Вот. То, что нашу работу ценили, да, конечно же, это очень приятно. Работа полицейских по обеспечению безопасности на зимних играх получила высокую оценку, в том числе Международного олимпийского комитета, президента России и руководства МВД страны. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.